Победительница конкурса «Мама-предприниматель 2020 года» Дарья Черепанова успешно реализовала свой экопроект под названием «Сохраняй». Девушка рассказала участницам, как открыла производство восковых оберток для пищевых продуктов и поделилась своим опытом. Конкурс «Мама-предприниматель» очень мне помог, поскольку я не до конца верила в себя и в свою идею, но победа на конкурсе помогла мне больше в себя поверить, помогла реализовать свою идею. Грант, который я выиграла, очень сильно помог мне в продвижении своего продукта в социальных сетях. Конкурс помогает мамам со всей России преодолевать свои страхи, приобретать и развивать необходимые умения, чтобы комфортно заниматься бизнесом и обрести финансовую независимость. Я уже третий год участвую в этом проекте с разными идеями, с разными мыслями. В декрете уже с третьим ребенком, поэтому есть время подумать, и каждый год что-то новое. Проект создан для женщин, которым важно сочетать профессиональную самореализацию с заботой о семье. В проекте принимают участие мамы, которые находятся в декретном отпуске, или мамы несовершеннолетних детей, у которых уже есть бизнес или готовая бизнес-идея. У нас в Карелии данная программа проходит уже четвертый раз. Уже более 80 женщин прошли обучение по данной программе. Ну и мы надеемся, что в этот раз, в этом году она также найдет свое воплощение, потому что с каждым годом она становится все более и более популярной. И уже было в этом году подано 55 заявок. Из-за ограничительных мер по коронавирусу в конкурсе смогут принять участие всего 35 женщин. Опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого и среднего предпринимательства проведут для мам тренинги по основам предпринимательства и управлению бизнесом. Самое главное, то, что мама-предприниматель – это социальный проект, который помогает и дает женщинам возможность в течение 5 дней пройти интенсивный тренинг, получить все базовые знания по построению бизнеса, стартануть и найти хорошую альтернативу наемному труду, что важно для женщин-предпринимателей, в чем их главное отличие от мужчин. Потому что для женщины очень важно совмещать домашний труд, заботу о семье. Красивая, счастливая, довольная собой мама – это у нас один из гарантов крепкой семьи. Важной частью проекта «Мама-предприниматель» является конкурс бизнес-планов, которые станут итоговыми работами участниц. Победительница конкурса получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи или его эквивалент – пакет бизнес-услуг в помощь стартапу. По условиям гранта бизнес-идея должна быть реализована в течение ближайшего года. Анна Ильчик, Варвара Ермоленко, служба новостей.